the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands. Ну что же, всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами, как обычно, я, Леоплей, и сегодня у нас магические приключения, вторая жизнь. А перед началом этого видео вы должны подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать самые новые видео, а также мы хотим набрать 50 подписчиков до конца ноября. Давайте, мы сможем! А до Нового года... Так, погодите... Сейчас. У нас осталось немного времени до Нового года, поэтому хотя бы до Нового года мы должны успеть набрать. Алло, пожалуйста, подписывайтесь. Да, это для меня важно. В общем, вы, наверное, подписались, но это не точно. Знаете, почему не точно? А потому что я всевидящий. Я всегда чувствую, что вы не подписываетесь на канал прямо сейчас. Вы должны нажать на красную кнопку подписаться, которая внизу. Она прям так и смотрит. О, господи, я обоссался. Я думал, что-то плохое. Я такой... Чё? Что? Поэтому вы должны нажать на красную кнопку подписаться. Поставить лайк, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать самые новые видео. А сегодня мы сделаем опять нового питомца. Да, я уже, наверное, вас задолбал просто. Так, Эндермен. Ой. Да хоть кто-нибудь. Так, как ты крафтишь? Ух, май. Ух, май. Обсидиановый самородок. Ляпоновый. Ага, это какой угольный. Ладно, нормально. Угля у меня много. Этот мод добавляет не только питомцев, но и самородки какие-то новые. Да. Сколько там надо самородков? Дайте я угадаю. 6. Да, правильно, все. Так, все у меня есть. Все правильно. Поэтому я должен это сделать. Так, 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 так. Где этот долбанный эндермен? 7 надо. А, 9. О боги. Что я творю, интересно. Так, теперь. Это какой... А, это вообще... Вот я тупой совсем. А у меня вообще есть обсидиан? А у меня есть обсидиан? Ай-яй-яй! Сесть. Ой. Ладно, пускай лодочку постоит. Обсидиан, 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 а нет обсидиана. Ладно, кого-нибудь тогда другого закажем. Так, питомец губка, о господи, боже мой, боже мой, питомец поводок, о господи, это вообще пищадяда. Пурпынная... Нифига себе, пурпурная кружечка. Так, ну как крафтится тогда ты? Ой, тебя, значит, делаем. Все, все правильно, всем все правильно. Все, 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 все. А, так, 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 так. А что мне нужно для эфритика? Мне нужно зоита, которая у меня опять-таки есть достаточно много, офигительно. Это просто офигительно, сегодня мы с вами только сделаем питомца, потому что у меня за окном ночь. Наступит ночь, ну в смысле день. И я отправлюсь... Крипер, кстати, о боги. Ну это же Крипер, ну что вы ожидали, ну Крипер. Крипер это бог Майнкрафта, если кто не знал. Так, а что мне еще нужно для эфрита? А что я могу с ними делать, кстати? Любимая еда. Кварц. Увеличенная сила урона. Прикольно. Так, ну... У меня вообще кварц есть. Я вообще кварц ем. Ай! Сесть. У меня еды нет, а неохота отдавать свою еду. Ну, в смысле, не свою, а
какую-то еду какому-то зверю, то бишь вот этому вот гепарду, который у меня все сожрет скоро. Кварц, 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 нет, а, он же здесь. Фу. Фу. Надо побольше кварца запастись. Да, а то кварца что-то нету. И ифритик, уи, уи, уи. Блин, чё, типа мне нельзя плавать в водичке? А не, можно, смотрите, смотрите-ка, как можно. Всё-таки можно плавать. Так, офигеть, сила! Что она мне даст? Так, пошлите в ад. Мы сегодня пойдем в ад. Не-не-не-не-не-не. Что-то долго слишком. Портал судьбы. А, все. Я думал, что... Так, надеюсь. Опа! Я здесь. Драконья яичко. О, здорово. До свидания. Ты мне не нужна. Прости, я улетаю. О, боги. Ам-ням-ням-ням-ням. О, как вкусно. Офигеть! Офигеть! Офигеть, у меня это спешка. А что будет, если... Блин, гепард, если честно, топовый. Офигеть. Гепард, молодец. Так, тек-тек-тек-тек-тек-тек-тек-тек. Блин, благодаря... Благодаря... Благодаря гепарду, это... Какой-то... Какаха. В смысле, добрая какаха. А такие бывают. Так. Опа, здорово, ребята. Как жизнь? Нормально? У меня тоже. Почти. Блин! Как мне спуститься? Я не понимаю. Смысла? Да вообще не понимаю, что происходит. Ну, как, насколько мне не изменяет память, то... Нужно как-то аккуратненько. Так. 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 Главное правило Майнкрафтера не копать воду под себя. Ну, в смысле. Все, так тоже можно. Ну, в принципе, можно еще продлинить свое удовольствие. Типа. Прокопаться еще дальше. Но я этого делать не буду. О, кварц! Здорово. Как жизнь? О, кварц не такой уж легкий, ломающийся. Блин, если честно, то благодаря руке оборотня. И не только ей. Но и еще и благодаря 40 какой-то там серии. Серии. Сири-сири-сири, ты-ты-ты-ри, ты-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 ты. Блин, такое ощущение, что я стал круче. Это ток. Так. Оу, еще много блоков. Так как понимать? В смысле? А чё тут один? Ладно, допустим. Допустим, что я сейчас сдох. Там же нет ничего. Было что-то. Было. Но сейчас его нет. Господи, боже мой. Интересно, а что будет, если я это... Опа. Вы это видите? Это... Ай. Это обман зрения. Все. Это нечестно. Всё, пошло это Death Egg в задницу. Вот так вот. Так. А что будет, если я рукой такую? Вот это жесть будет, конечно. Что это такое? А! Боже мой.
Интересно. А почему у меня косточки выпали? Косточки! Это же хорошо! Погодите, не понял. Господи, боже мой! Бежим! О, боже! Текай, Ярик! С города! Текай с города! Все, до свидания! На этом моя серия подходит к концу. Если она вам понравилась, то можете подписаться на канал и поставить швейцарский лайк! Чтобы меня не грохнуло молнию, у вас есть 3 секунды, чтобы поставить лайк и подписаться на канал. И всем удачи, до новых встреч и пока!